Когда известному американскому еврею-миллионеру по фамилии Штерн исполнилось 80 лет, его подчиненные решили серьезно отпраздновать его день рождения. Заказали самый лучший зал, самых лучших еврейских певцов в Америке, великолепную еду, вина, коньяки, напитки, и началось празднование. И в середине празднования, когда мистер Штерн себя так великолепно чувствовал и так был доволен, к нему подошел один человек и задал потрясающий вопрос. Он спросил его: «Скажите, пожалуйста, мистер Штерн, какое мгновение в вашей жизни было самым счастливым мгновением?» Мистер Штерн опустил глаза, подумал несколько минут и сказал: «Я скажу тебе, ты думаешь, что это мгновение, когда я заработал первый миллион, или когда я женился, или когда у меня родился первый сын? Нет, не тогда. Мое самое счастливое мгновение в жизни было в лагере Аушвиц, концлагере, когда мы спали 6 человек на одной койке, покрывались одним одеялом, и это одеяло переходило каждый день к другой группе людей. Так что мы, получается, наша койка получала это одеяло только один раз в неделю. Это было в Польше, минус 20 градусов на улице, и было очень-очень холодно спать без одеяла. И когда наконец-то дошла моя очередь получить одеяло, я уже лег под это одеяло и вкушал, как мне будет хорошо этой ночью, и вдруг я увидел, что рядом со мной находится старик. И этот старик, видно по нему, что, может быть, эту ночь он не протянет без одеяла. Во мне началась борьба, отдать одеяло или не отдать. И я решил отдать свое одеяло этому старику. Я пригласил его лечь на мое место, а сам эту ночь я остался без одеяла. И это была самая большая минута моей жизни, самое счастливое мгновение моей жизни. Что мы учим из этого, дорогие друзья? Мы учим то, что душевные потребности мы можем по-настоящему удовлетворить, когда мы даем другим людям. И тогда это дает нам настоящее счастье.